Участковые уполномоченные Галицинского отдела полиции провели акцию «Госуслуги – это просто, быстро и доступно», направленную на популяризацию государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде. Полицейские рассказали местным жителям о преимуществах – сокращении сроков предоставления госуслуг, получении услуг в любое время и без очередей. Кроме того, можно получить скидку при оплате госпошлины через сайт. Участникам акции полицейские вручили памятки о порядке получения государственных услуг.